Всем привет! В описании есть 4 ссылки на 4 разных сервиса, где вы скачиваете приложение игры, зарабатываете деньги, потом можете выводить Иви кошелек на карточку куда угодно. В общем, переходите и зарабатывайте. Падение Детерока. В то же самое время в проклятых землях Сильвана планировала очередную вылазку против армии повелителей ужаса. Надеюсь, без баз. Не хочу строить базы. Мне неинтересно Сильваной как-то. Ты привел нас прямо к цитадели Детерока. Но кто эти смертные? Детерок подчинил своей воле знаменитого вождя людей. Кажется, его звали Гарбан или Гилитас. Что-то вроде этого. Все людские имена для меня звучат одинаково. Вместо того, чтобы уничтожить оставшихся людей, Детерок подчинил их себе. Так, вот это надо все выносить. Вертолеты будут, и грифоны появятся. Их целая армия. Какой-то рыцарь, это типа твой герой. Твой брат оказался умнее, чем я думала. Ага, это он наша, что ли? Мастер по части обороны. А, нет, это враг. Нет, база будет. Штурмовать эту крепость — заведомо безнадежная затея. Да еще и с такой армией. Может, нам Элидан поможет, или кто нам поможет? Тогда давай убираться отсюда, пока он... Элидана здесь нет, мне кажется. Мои души владеют душами этих несчастных. Они сами откроют для нас ворота. Ты понимаешь, что времени у нас не так уж много. Он вскоре заподозрит неладное. Конечно. Но если мы нанесем быстрый удар, Детерок даже не успеет понять, что происходит. Окей. Кому ты служишь, смертный? Темная охотница, я жду ее воли. Стража вернулась. Открывайте ворота. Приготовьтесь. Сейчас или никогда. А теперь, мои воины, в атаку. Ну что ж. Мы можем без труда ой, один лагерь, что это? Но после этого во втором узнает. Противники спят. Время. Перебейте врагов, пока они спят. Кого перебить? Да свершится месть. Уничтожьте лагерь. Я здесь? Куда надо идти-то? Да будет так. Уничтожить всех! Я что, разбудил их, что ли? Приказываю. Не понимаю. Я согласна. Так, база у нас есть. Есть апгрейд. А это что, враги? Я слушаю. Есть. Враг не уйдет, мои славные воины. Детерок должен быть уничтожен. Мало времени. Укажи мне путь. Я согласен. Я чуть не понимаю, что мне надо делать. То ли быстро да убить всех, то ли что я мне слушаю. Надо сделать. Самое время сохранить игру. Круто. Я здесь? А зачем сохранить? Я согласен. Чем мне ее сохранять? Все только начало. Я здесь? Мудрый выбор. Здравию желаю! Эй, ты, лови! Укажи мне путь. Я согласен. Кстати, можно переманить рабочего и строить, наверное, здание. Или нельзя так? Я слушаю. Ты звал? Приказываю. Ну, давайте возьмем еще. Мудрый выбор. Укажи мне путь. Дайте цель. Я слушаю. Вот здесь еще чуваки, можно было их, наверное, переманить и быстро базу разрушить. Я вот думаю перепройти. Сделать повозки еще быстренько. Времени-то много. Но проблема, что если когда здание атакуешь, они все равно все просыпаются. Если бы там они все спали дальше. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Да не будет.
Есть. Враг не уйдет. Никто не уйдет. Я жажду служить. Да, повелитель. Да свершится. О, можно вермов делать. Ну ладно, это уже не сложно, мне кажется, с вермами. Так, ладно, давайте убьем этих. И алтарь давайте убьем, и все. Все, валим отсюда. Ну а что он еще тут сделает? Ничего. Стройка завершена. Идем. Разумеется. Сюда. Мудрый выбор. Этих трогать не будем. Да. Я хочу мортиру еще взять. Две. Есть. Мортиры взять. Чтоб 4 у нас было. Постройка завершена. Что-то здесь атака будет или что? Почему там башни так стоят? Завершена. Как будто оттуда атака будет. Есть. За лорда Гаритоса и лорда Детарока. Да, да. Не будет. Ну что ж, приказывай. Именно так. Укажи мне путь. Так, ну тут тоже спят ребята, я их больше боюсь. Но я, наверное, вынесу все-таки этого. Хотя нет, Гаритос там. Не-не-не-не-не-не. Гаритос. Я его не вынесу. 10 левел. Хотя, может, и можно. Не, давайте этого я хотя бы вынесу. Есть. Да будет. Укажите так. Цель. Я. Укажи мне путь. Враг будет разбит. Победа близка. Прикажете открыть огонь? Хорошо смеется тот, у кого большая. Укажи мне пушка. На нас напали. Мудрый выбор. Случайно. Укажите цель. Автоатака. Исследование завершено. На нас напали. Разумеется. Я здесь? Прикажете открыть огонь? Укажи мне путь. Ну что ж, приказывайте. Прикажете открыть огонь? Ну я что ж, приказывайте. Здравия желаю. Считаешь, что мы уже победили? Разумеется. Пощады не будет. Конечно. Укажите цель, хороший ход. Истинно так. Я здесь? Ну что ж, приказывайте. Я слушаю. Никто не уйдет. Здравия желаю. Лови ядро. Ну что ж, приказывайте. Им конец. Укажи. Ага. Так, а бомба можно взять себе? Жду. Приказываю. Да свершится месть. Здравия желаю. Я здесь. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Уже идем! Ну что ж, приказывайте. Укажи мне путь. Прикажете открыть огонь? Никакой пощады. 2 минуты. Все, кто. Но это мы должны успеть вынести. Должны быть уничтожены. Победили. Я здесь? Укажите цель. Я слушаю. Ну что ж, приказывайте. Им конец. Ага. Укажи мне путь. Прочь с дороги. Здравия желаю. Считай, что мы уже победили. Я здесь? Жизнь за нами нельзя сотворить здесь. Где прольется моя кровь? Да. Так, а что здесь? Мы должны спешить. Время на исходе. Надо калитов еще убить, я так понимаю. Я здесь? Интересно, можно было туда еще ворваться? Ты просто герой 10, я боюсь. Враг не уйдет. Я боюсь этого героя. Пощады не будет. О, я вижу, что слева есть. Склонять. Возможность. Я не знаю, там есть кто-то или нет, захватить. Рудник. Укажите. Я только сейчас это увидел. Я иду. Я тоже. Я слушаю. Ну что ж, укажи мне путь. Разумеется. У меня мало. Укажите времени. Цель. Ну что, вроде все здесь. Я иду. Я тоже. Зачистили. Я слушаю.
Воины спят, то что если бесконечно перерезать их пока не бьют. Постарайтесь убить как можно больше врагов, не поднимая тревоги. Я здесь? Постройка завершена. Постройка завершена. Ну все, вроде как, я все, что успел. Можно было лучше 100 раз. Просто я не готов был изначально, я не знал, чего ждет. Что ждет меня вообще? Где прольется моя кровь? Жертвенник нужно. Нельзя. Ваша воля исполнится. За лорда Гаритоса и лорда Детарока. Мудрый выбор. Я слушаю. Бессмертие завершено. А почему я здесь вижу все, интересно? Почему открыто все? Так, ну время закончится. Что дальше будет? У нас нет времени. В обоих лагерях подняли тревогу. Мы должны усилить оборону, пока они не перешли в контратаку. Ну что, приказывайте. Где пролез? Что смог, то сделал. Исследование завершено. Подсказка. Самое время сохранить игру. Не знаю, сохранять, не сохранять. Зачем было вначале сохранять, я не понимаю. Детерок скоро пришлет сюда свою армию. Мы должны быть готовы к этому. Занерзула. Ваша воля исполнится, моя кровь. Да свершится предназначение. Завершено. Скажите цель. Есть. Прикажете открыть огонь. Так, это гаргули, это вся армия. Живые наступают. И что-то еще будет? Возвращаются. Исследование завершено. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Прикажете открыть огонь? Укажите цель. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Живые наступают. На нас напали. Здесь? Укажите цель. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Прикажете открыть огонь? Блин, я не знал, что такая атака прям жесткая. Живые наступают. Я здесь? А с кем мы должны сражаться? Исследование завершено. Ты, должно быть, и есть тот смертный, который командует этим сбродом. Я Гаритос. Я поклялся сражаться за моего господина до последней капли крови. Бедняга совсем запутался. Победа близка! Предатель, как ты мог? Мы могли вместе править этой землей. Сильвана сильнее, чем ты думаешь, братец. Я поставил на нее. Я Натразим. Моя воля — закон. Не, ну это жестко было. Надо переигрывать. Надо переигрывать. Я просто вначале спешил. Надо сразу, кстати, на экспанд, я думаю, отправить Акалита. Да, Баншей надо было еще сделать. Мы можем без труда захватить один лагерь, но после этого во втором узнают о нашем появлении. Я здесь? Здравия желаю! Так, сразу сюда нужно 5 человек. Больше золота. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Я здесь? Уничтожить. Я сразу всех этого убью. Ну что же, приказывайте. Они ждут. Где прольется моя кровь? Я хочу статую древесина сделать. Да свершится. Специально древесины много не дают вначале. Разумеется. Прикажете открыть огонь? Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть Давайте уничтожены. Вот у нас скелеты появятся. Укажи мне путь. Я вижу, желаю. Мертвые служат тебе. Мудрый выбор. Укажите цель. Мы уже Укажи идем. Жду приказаний. Приказываю. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Разумеется. На нас напали. Жизнь Занерзула. Ваша воля исполнится. Никто не уйдет. Лови, желаю. Лови ядро. Можешь быстрее? Иду, иду. Я иду. Я здесь? Я тоже. Я слушаю. Мудрый выбор. Ваня, приказываю. Да
свершится месть. Я согласна. Прикажете открыть огонь? Да будет, да. Эх, что там? Во, эту кнопку. У меня просто еще F это, а E это слип. Ну что ж, приказ. Укажи мне путь. Никто не уйдет. Склоняюсь, спешна древесина. Опять это древесина. Свершится предначертанное. Нужна древесина. Сколько древесины? 220. Давайте никто двоих. Никто не уйдет. Укажите цель. Прикажете открыть огонь? Приказываю. Да свершится месть. Укажите цель. Давай, пошевеливайся. Я слушаю. Да будет так. Я здесь. Я жажду служить. Нужно больше золота. А, нет, не сюда. Сюда надо. Нужно больше золота. Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь за Нерзула. Я здесь? Укажите цель. Эй, ты, лови. Я слушаю. Приказываю. Прикажете открыть огонь? Им конец. Ага. Я слушаю. Где прольется ваша воля исполнится. Приказываю. Да, Баншей надо, пока они там не придут. Жизнь за Нерзула. Так, это жестко. Нужно больше золота. Я слушаю. Я согласна. Постройка завершена. Так, тут успеваем. Что-то мы... Надо было с той, наверное, стороны начинать. Или там быстрее просто было. Это медленно я иду, не успеваю нифига. Да свершится предначертанное. Скоро закон. Ваша воля исполнится. Жертвенник надо еще сделать. Перед вашей нужна волей. Древесина. Нужна древесина. Нужна древесина. Завершена. Нужна древесина. Ваша воля исполнится. Здесь? Ты звал меня? Исследование завершено. Постройка завершена. Укажи мне путь. Желаю. Ну что ж, приказывайте. Я здесь. Укажите цель. Выходим. Укажи мне путь. Постройка завершена. Постройка завершена. Блин, я не успеваю, наверное. Все-таки как-то в прошлый раз быстрее это все было. Я еще забыл кое-кого убить. А бомбу оставлю. А то он может базу отремонтировать. Не знаю, как тут все работает. Прикажете открыть огонь? Киньте, он там реально все отстроит. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ладно, Баншей надо делать. Я здесь? Забить на все. Мудрый выбор. Ну что ж, приказывайте. Уничтожить всех! Не завершено. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Я вижу. Я здесь? Укажите цель. Я слушаю. Все, врываемся сюда. Укажи мне путь. Укажите цель. Я слушаю. Да свершится месть. Пощады никто не уйдет. Считай, что мы уже победили. Я здесь? Да будет так. Да свершится месть. Делать. Никто не уйдет! Что тебе нужно? Лови, желаю! Лови ядро! Постройка завершена. Куда стрелять? Я здесь? На нас напали. Перед вашей волей. Мы должны спешить. Время на исходе. Приказываю.
жив? Укажите цель! Враг не уйдет! Прикажете открыть огонь? Никто не уйдет! Враг будет разбит! Победа близка! Есть! Как скажешь! Я здесь! Укажите цель! Укажи мне путь! Прикажете открыть огонь? Укажите цель! За лорда Гаритоса! И лорда Деторока! Напали! Никто не укажите уйдет! Цель! Хорошо смеется тот, у кого... Я не пробовал, конечно, рабочих взять себе и отстроить что-нибудь хумановское. Я думаю, это не работает. Ну что, приказывайте. Им конец. Ага. Я слышу. Прикажете открыть огонь? Считай, что мы уже победили. Трави желаю. Я здесь. Да свершится месть. Ладно, надо идти валить. У нас нет времени. В обоих лагерях подняли тревогу. Мы должны усилить оборону, пока они не перешли в контратаку. Я жду. На нас напали. Ну, нам же идут. Контратака. Укажите цель. Я слушаю. Детерок скоро пришлет сюда свою армию. Мы должны быть готовы к этому. Слава лорду Детероку! Начертанные. Укажи мне. Прикажете открыть огонь? Я здесь. Разумеется. Я желаю. Я слушаю. Живые наступают. На нас напали. Укажите цель. Так, давайте переманивать. Тут каких-нибудь серьезных ребят. Пока никого не вижу. Так, справа это чувак. Темная охотница, к оружию. Ты, должно быть, и есть тот смертный, который командует этим сбродом. Я Гаритас. Я поклялся сражаться за моего господина до последней капли крови. Бедняга, совсем запутался. Так, давайте пощады. Вот этого. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Предатель, как ты мог? Мы могли вместе править этой землей. Сильвана сильнее, чем ты думаешь, братец. Я поставил на нее. Уничтожить всех! Это наш чувак. Приказывай! Укажи мне путь! Победа близка! На нас напали! Приказывай! Я слушаю. Согласен. Что я делаю? Стипно. Приказывай. Никто не уйдет. Пощады не будет. На нас напали. Да свершится месть. Ты хитра, Сильвана. Но со мной тебе не справиться. Здесь? Никто не уйдет. Я слушаю. Мертвые ждут. Наш герой погиб. Приказывай. Это наш. Я думал, здесь? Это их наконец-таки погиб. Враг не уйдет. Ну, жесткие герои у них. Жесткие. Алтарь-то хоть есть? У меня алтаря даже нет. Герои очень жесткие. Очень жесткие герои. Серьезно, мне нету алтаря или я его не вижу? Ага, и здесь сразу атака. Где прольется моя кровь? Я здесь? Я приказываю. Надо переиграть. Это не идеально я сделал. Давайте заново. Сразу на хуманов лучше нападать, мне кажется. Я плохо все сделал. Можно было лучше. Сразу гулей надо захватить. Еще нет. Сделать сразу. Гулей. Мы можем без труда захватить один лагерь. Но после этого во алло. Какая-то катсцена, нельзя ничего делать. Мудрый выбор. Если так надо. Я слушаю. Укажи мне путь. Прикажете открыть огонь? Я иду. Я согласен. Слава лорду Детероку! Золото. Я слушаю. Ну что ж, приказывайте. Вперед, мои славные воины. Детерок должен быть уничтожен. Я слушаю.
Ну что ж, укажите мне путь. Укажите цель. Я здесь. Прикажете открыть укажи огонь. Укажи мне путь. Здравию желаю. Приказывай. На нас на лане жду. Нужно больше золота. Ну что ж, приказывайте. Жизнь за Нерзу. Я думаю, вермов надо много сделать. Да. Успеть. Хотя бы двоих. Укажите вот цель. Я слушаю. Прикажете открыть огонь. Если его мартирую, это плохо. Да будет так. Времени много уйдет. Пощады не будет. Враг не уйдет. Ну что ж, приказывайте. Я здесь. Где прольется моя кровь? Укажи мне путь. Прикажете открыть огонь? Никто не уйдет. Я здесь? Я слушаю. Ну что ж, приказывайте. Я жажду. Нужна древесина. Нужна древесина. Исполню. Постройка завершена. Не пролезла моя кровь. Я здесь? Приказывай. Укажите цель. Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Приказывай. Здравию желаю. Лови укажи ядро. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Хорошо смеется тот, у кого большая жизнь за Нерзула. Так, еще двух акалитов. Я там главное здание не буду ставить. Склоняюсь перед вашей волей. Вермов, вот, здание делаю. Да свершится. Два верма должно же быть точно за это время. Разумеется? Думаю, что да. Пощады не будет. Есть. Они ждут. Да, ваш я слушаю. Да будет так. Враг не уйдет. Ну что ж, приказывайте. Где прольется моя кровь? Дела не ждут. Ваша воля исполнится. Укажи мне путь. Так, ну тут все, наверное. Есть. Что тут еще? Всех убили. Здравию желаю. Приказывай. Идем дальше сюда. Двух мортир возьмем. Тут даже банши не особо решили что-то. На самом деле. Я жажду служить. Но они не серьезно что-то решили нам. Не помогли. Их герои просто нереальные какие-то были. Ваша воля исполнится. Просто нереальные герои. Ну что ж, приказывай. Чего они там остались, алё? Время теряем. Укажите цель. Постройка завершена. Нужно так, вот верм первый и второй верм будет. Нужно. Это уже хорошо. Вермы имба. Прикажете открыть огонь? Первый верм. Постройка завершена. Статую еще сделаю. Нужно больше золота. Нужно больше приказ. Золота. Мудрый выбор. Слава лорду Детероку! Разумеется. Мудрый исследование выбор. Исследование завершено. Истинно так. Постройка завершена. Скажите цель. Что можно купить? О, так тут можно много чего покупать. Там всякие ботинки. Хороший выбор. Склоняюсь перед вашей волей. Да, нужно повелитель. Больше золота. Исполню с радостью. Ваша приказ. Воля исполнится. Прикажете открыть огонь? Укажи мне путь. Укажите цель. Приказываю. Здравию желаю. Укажите никакой цель. Пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Есть. Укажи мне путь. Во да имя Детерока уничтожьте их. Я слушаю. Пощады не будет. Прикажете открыть огонь? Нужно построить зиккурат. Сейчас зиккурат будет. Один верм есть. Я думаю, мы успеем есть? Вернуться, пусть летят туда. Нужно построить зиккурат. Разумеется. Завершена. Я согласна. И стройка завершена. Как прикажете? Я
Я здесь? Укажите цель. Мудрый выбор. Вроде успеваем все тут. Где прольется моя кровь, да свершится предначертанное. Исполню. Я здесь еще хочу защиту нормальную сделать. Лови, желаю. Лови ядро. Я здесь? Разумеется. Чего? Укажи мне путь. Враг не уйдет. Показывайте. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Интересно, она засчитает, что я все уничтожил, или они опять базу раскроют? Вот что-то мне нравится. Непонятно мне. Спешить. Время на исходе. Выстроить все или нет? Есть. Будет обидно, если они еще что-нибудь построят. Стройка завершена. Успею. Исследование завершено. Так, еще один вирм. Я думаю, успею за минуту. Он долго делается, на минуту, думаю, достаточно. Стройка завершена. Давайте так. Так, так. Укажи мне путь. В прошлый раз вот здесь околить стоял, сейчас уже нет его. Разумеется. Нет. Я слушаю. Вот околит еще есть, этого надо добить. Здравию желаю. Так, добивают. Мы уже идем. Все, надо домой отходить. Прикажете открыть огонь? Эй, ты, лови! Я здесь? Все, я уходим и готовимся. Давай, пошевеливайся. Встречать врага. Наше время на исходе. У меня просто герой 6-й, 5-й, у него 10-й, 10-й, он как ворвался. Я вообще не знал, что делать. Я слушаю. Укажите цель. У нас нет времени. В обоих лагерях подняли тревогу. Мы должны усилить оборону, пока они не перешли в контратаку. Укажите. Я здесь? Постройка завершена. Укажите цель. Вот теперь сохраняемся. Так, Нью один. Короче, сохранился. Укажи мне путь. Детерок скоро пришлет сюда свою армию. Мы должны быть готовы к этому. Приказывай. Я готов да на этот цель? Раз. Как скажете. Тут этих я бы послал сюда. Укажи под мясо просто. Ну что ж, приказывайте. Разумеется, враг будет разбит. Победа близка. И тут по одному идут. Мудрый выбор. Да иду, ваша я светлость. Есть. Я вижу, разумеется. Приказ. Живые на смерть. Хитра, Сильвана. Но со мной тебе не справиться. Предатель, как ты мог? Мы могли вместе править этой землей. Блин, я знаю, что я сделал. Зачем? Сильнее, чем ты думаешь, братец. Я поставил на нее. Они сюда пошли. Не дайте мятежникам перегруппироваться. Ладно, давайте убьем его. Следование завершено. Я здесь? Я пойду туда. Спасти надо хоть кого-нибудь там. Здесь вроде все нормально. Уничтожить всех! Хороший ход. Истинно так. Укажи мне путь. Она с тобой. Склоняюсь перед вашим. Блин, они все разрушили. Детерока, уничтожьте их. Ну что такое? Нужно больше золота. Укажи мне путь. Мудрый выбор. У меня еще деки нету. Да я не могу хилить. Враг будет разбит. Вот этого Вермана, например.
Я назад его отмею. Беру. Разумеется. Ты, должно быть, и есть тот смертный, который командует этим сбродом. Я Гаритас. Я поклялся сражаться за моего господина до последней капли крови. Бедняга совсем запутался. Не дайте мятежникам перегруппироваться. Они жесткие. Они жесткие. Я их не убью. Укажите цель. Давай, поживее. На нас напали. Где прольется моя кровь? Исследование завершено. Я слушаю. На нас напали. Я здесь? Укажи мне путь. Я слушаю. Правильно, желаю. Говори. Слава лорду Детероку! Я жажду служить. Так, ладно, я в разведку. Надо сделать, посмотреть. Просто есть у них базы, нету. Что нам ждать от него? Я здесь? Ну, тот не сильный, по-моему, чувак. Или сильный. В линию, собаки! В линию! Держаться до конца! Проклятые возвращаются. У меня мало времени. Исследование. Враг будет разбит. Че, у него защита такая или что? Почему так медленно прибывают? Я слушаю. Я жду. Исследование завершено. Ну, зато левелапчик у нас. О, печать преисподней. Я здесь? Укажи мне путь. У нас, правда, денег мало теперь. Я буду так, ладно, я разведаю. Что у нас здесь творится вообще? Здесь-то можно свиток покупать, портал, если что, телепортироваться. Что тебе нужно? Исследование завершено. Нужно больше золота. Я здесь? Исследование завершено. Ты увидишь все. Я слушаю. Сейчас четвертый вирм будет. Что ты хочешь? А, нифига, никого здесь нет. Хорошо. Проверим здесь. Ну, я, наверное, первым бы убил вот этого чувака. Хумана. Он не сильно жесткий. Мясо просто надо больше собрать мне, обломов каких-нибудь. Разумеется. Вперед, мои славные воины. Детерок должен быть уничтожен. О, грифоны летят прям. Я слушаю. Прям кучкой такой. Я здесь? Сейчас мы их встречать будем. Есть. Вот прям здесь они будут. Прям вот прямо сейчас. Так, я здесь тоже нифига нету. Я слушаю. Я здесь? У меня мало времени. Этот чувак очень слабый. Я думаю ему дать три арму, три защиты. Мне он не нравится, он слишком слабый. Только этот телепорт беру. Что пробуем? А, телепорт есть. Телепорт был все это время. Все, идем вот сюда. У нас мортиры есть, банши есть. Так, будем обомов чуть позже делать. Склоняюсь перед вашей. Пойду базу еще раз сделаю там. Ваша воля исполнится. Разумеется. Я здесь? Я буду твоими глазами. Меня видели как-то тут. Ну чё, судя по всему, небольшая армия. Укажи мне путь.
Я слушаю. Мудрый выбор. Посмотрим. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Может, это еще у них одна база? Это еще не главная база, я так понимаю. Что у них еще одна будет? У меня мало времени. А с кем мы должны сражаться? Согласен. Укажи мне путь. Да. Я здесь? В линию, собаки! В линию! Держаться до конца! Давайте убиваем его. Я слышу. Дальше легче будет. Приказывай. Ну что ж, приказывай. Укажи мне путь. Я слушаю. Я здесь. Что такие расходы? А, я прям кого-то взял, да, под контроль. Я слушаю. Укажи мне путь. На нас напали. Дайте цель. Я слушаю. Приказываю. Уничтожить всех. Я здесь. Так, держусь нормально пока. Прикажете открыть огонь? Ну что? Укажи мне путь. Я слушаю. Никто не уйдет. Укажи мне путь. Я, правда, вербов потерял. Нужно больше золота. Я слушаю. Исследование завершено. Я здесь? Приказываю. Мудрый выбор. Я слушаю. Я здесь? Что? Сделка завершена. Я слушаю. Живые наступают. Там этот чел пришел. Я здесь? Прочь. Я слушаю. А есть у него еще люди? Есть. Я здесь? Я хочу полностью добить, мне пофиг на мою базу. Не дайте мятежникам перегруппироваться. Я слушаю. Да свершится месть. У меня мало времени. Твои мятежники не спасут тебя от гибели. Я здесь? Конечно. Я слушаю. Я здесь? Приказываю. На нас напали. Укажи мне путь. Так, давай этого добьемся. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. А он один остался. Хорошо, я просто хочу этого добить полностью. И потом идти уже на базу. Мне пофиг на все остальное. Чего? Он там одно здание долбит и долбит. Укажи мне путь. Я слушаю. Приказывай. Я слушаю. Так, вот еще никто барак остался, и все. Приказывай. Но у него еще внизу что-то. Отразим. Моя воля — закон. Чуть 45, а это он я такой. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Я, короче, оставлю здесь квартиру. А все остальное телепортируемся. А с кем мы должны сражаться? Я согласна. Да, все остальное убираю. Ты увидишь, запали. Укажи мне путь. Пощады не будет. Я жду. Приказывай. Я здесь? На нас напали. Значит, нужно статую купить. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Я слушаю. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Напали. Прикажете открыть огонь? Блин, ну откуда ты, чувак, взялся? Мы уже идем. Я уже добивал тут все.
Давай, пошевеливайся! Пришел какой-то чел. Ну, судя по всему, нифига тут нету. Не, может, внизу там что-то? Дела не ждут. Укажи мне путь. Судя по всему, все. Минус один. Мудрый выбор. Сейчас. Нужно больше золота. С золотом просто проблемы. Нужно сейчас. Аккуратно играть. За лорда Гаритоса и лорда Детерока. Кто это говорит? Зиккурат. Нужно построить зиккурат. Зиккуратов еще нет. Я слушаю. Постройка завершена. Надо аккуратненько все сейчас. Постройка завершена. Не терять никого, короче, стараться. Постройка завершена. Давайте обома добавлю. Мне даже не все апгрейдили еще. Ну тут есть второй рудник здесь еще, так что мы еще дальше должны захватывать. Пойду отправлю одного туда. Я слушаю. Акалита. Рудники еще есть. Укажи мне путь. Надо побольше вермов только сделать. Ну что ж, приказывай. Что ж, седьмой левел. Живые наступают. Ну блин. Не прольется моя кровь. Обломали меня. Обломали. Сейчас золота вообще не будет у меня. Жизнь, ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Я здесь? Дела не ждут. У меня сейчас реально золота мало. Что ты хочешь увидеть? Я слушаю. Есть. Так а где эти чуваки делись? Они назад, что ли? Ушли. Я здесь. Попробуем перехватить. Мудрый выбор. Одного верма заберу. Есть. Думаешь? Полетели. Вперед, мои славные воины. Одного Детерок верма слип. Быть уничтожен. А этих убиваем. Я слушаю. Укажи мне путь. Я слушаю. Я согласен. Жизнь за... Все, строим. Я здесь. Приказывай. Ты увидишь все. Ну что, здесь походу все у этого чувака. Точно ничего нет. Посмотрим. Тайное. Тут башню, кстати, сделал. Я иду. И нифига нет у него. Я посмотрю. Укажи мне. Они ждут. Был бы я орком, пилледж бы прокачал, и каждое здание бы. Нормально я так слушаю. Было бы. Я бронир, жду моя кровь. Ладно, надо вот здесь базу делать, на самом деле, по-хорошему. Укажи мне путь. Где-нибудь здесь тусить недалеко, чтобы можно было и на базу, и ту вернуться на эту, которую я сейчас строить буду. Дела не ждут. Сколько на у меня? Напали. Укажи мне. Желает, а, там уже башня. Надо башню уничтожить. Я слушаю. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Нужно больше золота. У меня сейчас золото ноль. Склоняюсь. Просто прибыли никакой нет. Что ты хочешь увидеть? Укажи мне путь. Я согласна. Враг не уйдет. Алло, ну давайте. Разумеется. Да свершится месть. Никто не уйдет. Я слушаю. Я жажду служить. Приказываю. Я слушаю. Чего желает мой повелитель? Повелитель. Склоняюсь перед вами. Я здесь? Да будет так. Мне кажется, у меня нормальная армия, я могу его победить. Если он прямо сюда нападет с героем своим. Мне кажется, не так плохо все у меня. Просто у меня
По деньгам мало. Ресурсов нет, я не могу терять ничего. Я слушаю. То вообще без ничего останусь. Да будет так. Я так, он идет. Разумеется. У меня есть второй телепорт. Но со мной тебе не справиться. Конечно. Есть. Разумеется. Они ждут. Положись на меня. Я здесь? Приказываю. Да. Я слушаю. Ну все, я отбился, можно пытаться идти в атаку. Контратаку. Да иду. Где прольется моя кровь? Исполни. Сейчас только куплю телепорт. Да будет так. Приказываю. Только телепорт. Стройка завершена. Есть. Сейчас уже две шахты у меня. Я слушаю. Более-менее нормально. Да будет так. Укажи мне путь. Я буду твоими глазами. Укажи мне. Жизнь за Нерзула. Приказывай. Так, тут можно, кстати, шмотки на здоровье. Укажи купить, еще что-то тут. Продается все. Приказывай. Я здесь? Ну, попробуем, посмотрим, что как. Как у него тут база? Я ну тут слушаю. Нету дальше. Может здесь базу да поставить будет, просто? Прям под носом. Неплохая идея. Чего желаю? И просто ее дефить. Прям. Мне не надо никуда бегать. Вот здесь базу поставим. Укажи мне путь. Я прям здесь? У него под носом. Приказываю. Что его база там вроде как очень крутая. Я слушаю. А мы будем еще ждать его. Вот он вылетит куда-нибудь. Он сразу, я его увижу сразу. Я ж не думаю, что он сбоку где-нибудь будет проходить. Что ты хочешь увидеть? Хотя в прошлый раз я его чуть не увидел. Я может он здесь его. Где-то справа проходит? Я жажду служить. Сейчас вот здесь базу делаем. Я здесь? Я слушаю. Укажи мне путь. Ты увидишь все. У меня мало времени. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Приказываю. Жизнь за Нерзула. Ну, стоим, ждем. Я слушаю. Исследование завершено. Живые заступают. Мы просто прилетели. И дальше летят. Укажи мне путь. Я слушаю. Я здесь? Укажи мне путь. Чисто на базу бегу. Да иду. Нон-стоп просто. Я думал, что мои герои быстрее, чем вермы летают по скорости. Ну нет. Нифига. Я жажду служить. Исполню с радостью. Я слушаю. Много вермов. Приказываю. Я слушаю. Положись на меня. Никто не уйдет. Приказываю. Я здесь? Приказываю. Укажи мне путь. Я слушаю. Укажи мне путь. Я здесь? Приказываю. Так, еще раз попытка. Неудачная попытка была. Зоркий глаз. Я здесь? Исследование завершено. Я думаю, можно просто идти в атаку.
Или ждать, пока он выйдет с базы, убить его и идти сразу в контратаку. Я жажду служить. Жизнь за Нерзула. Я здесь? Я слушаю. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Я здесь? Есть. Чего желает мой повелитель? Я слушаю. Укажи мне путь. Жду. Нужно построить зиккурат. Можно же до 100, по-моему. Мне зиккуратов не хватает. А, можно было не строить. У меня же там миллионах сейчас будет. Ждем его атаку и иду контратаку. Все. Можно на самом деле просто сделать еще этих некромантеров. Просто так оказалось, что мне ни одного... Ну, некромантеров убили еще здание, его не отстроил. Постройка завершена. Постройка завершена. Еще одного жерма. Постройка завершена. Сейчас будет больше лимита, если я возьму под контроль еще ультимейт. Постройка завершена. Приказываю. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнит золото. Жизнь за нерв. Я слушаю. Блин, мне хочется уже атаковать его. Когда он там идет в атаку? Я слушаю. Я здесь. Приказываю. Давайте сохранимся. Вот это точно нужно сохранять. Самый лучший вариант. Укажи мне путь. Постройка завершена. Постройка завершена. Враг будет разбит. Победа близка. У меня мало времени. Я здесь? Я согласна. Ха, этот чувак пошел в атаку наверх. А я его базу атакую. Прикиньте, какой прикол. Он пойдет наверх. Это очень хорошо для меня. Он реально вон вверх идет. Ему пофиг, короче, на базу. Он решил идти в размен. Живые наступают. И получается меньше будет кого, меньше врагов. Класс. Никто не уйдет. Нет, давайте вот это, вермов сразу. Убьем. Я здесь? Живые наступают. И звал меня. Я слушаю. Разумеется. Вон они выносят нас. Приказываю. Я Натрозим. Моя воля — закон. Да. Укажи мне путь. Мудрый выбор. Я слушаю. Я здесь? Живые наступают. Я слушаю. Прикажете открыть огонь? Враг будет разбит. Победа близка. Укажи мне путь. Здравию желаю. Он сейчас назад идет, кстати. Надо успеть добить все, что надо. Прикажите открыть огонь? Укажите цель? Ну что ж, приказывайте. Я слушаю. Прикажите открыть огонь? Я его сразу в слип буду по КД просто кидать. Да будет так. Я слушаю. Здравию желаем. Укажи мне путь. И снова слип. Согласен. Давай, давай. Конечно. Нон-стоп слип на него. Есть. Я слушаю. Твои мятежники не спасут тебя от гибели. Открыть огонь. Я слушаю. Дайте это убить. Приказываю. Я здесь. Прикажете открыть огонь. Укажи мне путь. И мне кажется, у меня сейчас войска закончатся. Золотой рудник обрушился. Что-то я не справляюсь с этим чуваком. Согласен. Давайте попробуем вот это задание. На нас напали.
Конечно. Разумеется. Никакой пощады. Все, кто верен повелителям ужаса, должны быть уничтожены. Укажи мне путь. Да будет, да. Компьютер не умеет со слепо выходить, если нет дисплея. Пощады не будет. Да свершится месть. Пощады не будет. Разумеется. Выходи на бой. Ладно, давайте убьем главное здание. Да будет так. Встречай свою смерть. Враг не уйдет. Я слушаю. Разумеется. На нас напали. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Приказывай. Согласен. Я хочу всех убить акалитов. Никто просто не уйдет. Укажи мне путь. Я слушаю. Все. Разрешится месть? Ой, да я случайно. Есть. Враг не уйдет. Все, походу акалитов нету больше. И больше зданий происходящих. Никто не уйдет. Все. Да будет. Я здесь. Так. Все. Красота. Разумеется. Здесь можно и добить, и алтарь. Приказываю. Все, миссия выполнена. Как надо. Вперед, мои славные воины. Это что тут отстроюсь? Конечно. По-моему, достаточно его добить и все. Прочь с дороги. Еще кого-то надо убивать. Ящий пробудился. Постройка завершена. Постройка завершена. Слушаю. Он ушел в атаку. Есть. Он просто пошел в атаку. Пощады не будет. Ну пусть идет. Я здесь? Да свершится месть! Вон он идет, короче, наверх. В атаку. Ладно, тогда мы будем принимать вот этими войсками, которые у нас здесь будут. Никто не уйдет! Пощады не будет! Я здесь? Мудрый выбор. А что надо сделать? Уничтожьте. Я согласна. Золотой рудник. А, наверное, этот лагерь я еще не уничтожил, по сути. Ты хитра, Сильвана. Но со мной тебе не справиться. Да. Приказывай. То есть да, мне надо просто все здания добить везде. И тогда засчитается. Никто не уйдет. Торчлайт, а не, мы просто Торчлайт так играли, без стрима, потому что стримить нужен, ну, чтобы так нормально стримить, нужен еще один комп, по сути, потому что, не, можно, конечно, попробовать, если ресурсов хватит, просто мне кажется, игра будет тормозить, если еще стримить, я не уверен. Так, а где герой-то этот? Ага, вот он. Пусть идет на базу. Пришло. Мертвые ждут. Пусть идет на базу. Я его встречу здесь. Вы звали меня. Мертвые служат тебе. Во имя короля мертвых. Ну давайте, кастуйте, я же активирую. Я не понимаю, почему нельзя. Но со мной тебе не тут же типа трупы мертвых. Это... Да будет так. А, выполнено, во. Разумеется. Выполнено только сейчас. Мертвые. Я не понимаю, почему они с трупов не могут. Те же кладбище трупы, почему он не мог мне ничего сделать? Что за боль тени? Жду приказа. Ладно, убивайте, пока он кастует. Никто не уйдет живым. Значит, мне надо базу вот эту вынести. Склоняюсь перед вашей волей. В наглую поставим здесь прям. Да свершится предначертанное. Мертвые ждут. Погнали выносить. Какова воля тени? Я здесь? Жду приказаний. Жизнь за Нерзула. Значит, надо добить здание. Разумеется. Какие здания являются? Вот это здание, наверное. Это здание. Есть. Либо просто добить башни все. Давайте башни добьем. Может, этого достаточно. Есть. Что, здесь тоже здание есть? Мне кажется, это все. Пощады не будет.
Или серьезно, надо каждое здание, что ли, вынести? Да, походу, каждое здание. Победа близка. Я слушаю. Жду приказаний. Приказываю. Разумеется. По воле тени. Ну, выносим все. Склоняюсь пол ваш с радостью. Да свершится же начерк. Я слушаю. Мертвые служат тебе. Приказываю. Укажи мне путь. Да свершится месть! Пощады не будет! Враг не уйдет! Воля тени! Трепещите, враги плети! Умри! Ох, засчитала. Какое-то здание добил. Заклятие снято! Неужели этот кошмар кончился? Да, вермы самые сильные в игре юниты. Я согласен. Остановитесь, как вы думаете, какой юнит на втором месте по силе? Что тебе нужно? Как мне кажется, либо Таурен, либо Грифон. Смотря как против чего. Но Верм против всех крутой. Если ты поможешь мне расправиться с ним, я помогу тебе вернуть твои земли. Как мы можем тебе доверять? Ну, есть еще плети, химеры, но химеры плохие, потому что они по воздуху не атакуют. Это огромный минус. И химеры слабенькие юнит, да, как мне кажется. Так. Мало кто их делает. Я соберу все, что осталось от моей армии. Встретимся у ворот. Скажи честно, ты ведь не собираешься возвращать им земли? Конечно, нет. Эти смертные будут лишь орудием моей мести. Госпожа, с каждым днем ты становишься все больше похожей на нас. Не забывайся, демон. Так, ну что? Все, наверное, сегодня. Я завтра допройду. Значит, шестая глава, по-моему, седьмая часть первая, седьмая часть вторая, седьмая часть третья. Как это там так называется, в общем? Или седьмая, восьмая, девятая, я не знаю, как там называется. Еще много осталось.